Гоша, смотри, как я умею. Ты так можешь? Нет, я больше по подтягиваниям. И я попробую, сколько я умею. Эпс. Эпс. Угадайте загадку, висит, болтается, но я называется. Слышь, ты загадка, иди сам попробуй. Смотри и учись. Загадки висит, болтается на гей называется. А ты вот так вот можешь? Та-дам! Обезьяна. Ой, стой. И опа. Гош, ты прям воздушный гимнаст. Ну правильно, на гей называется гимнаст. Что вы за гимнасты, что подтягиваться не умеете? Обезьяны, да и только. А ты умеешь подтягиваться? Болтать все умеют, а ты попробуй хоть раз подтянись. Реально, да-да, попробуй подтянись. Посмотрим, какая ты болтунья. Только не на кольцах, на кольцах любой сможет. Давай на перекладине. Смотрите и учитесь, слабаки. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Соня, хватит, мне уже стыдно! Перестань! Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Ой, давай, сиська, давай! Видали? Слабаки! Вы что, не умеете подтягиваться? Смотрите, мастер-класс от Федора Сергеевича. Так, так. Раз, два, взяли! Не обращайте внимания на пятно на моем пузе. Я только что кушал. Вот это да, ребята, видали? Вот это я мужик, ладно, прыгаю. Учитесь! Гоша, реально мы слабаки, как обезьяны, висим только на турнике. Ты видел, как Соня Сергеевна подтягивается? Респект и уважуха, Соня. Эй, мартышки! Пошлите в реальных обезьянок поиграем, а? А то висите тут, болтаетесь, только хвостов и не хватает, чтобы за лианы цепляться. Папа, ну реально обезьяна. Ты бы видел, как Соня здесь потянулась 15 раз легко. Ну все, пошли. Не надо стесняться, пошли. Ну да, Ярь, пошли поиграем в обезьян. Хоть там мне позорится. Все собрались, обезьянки? Да! Макаки, шимпанзе. Ула. Вот что я для вас приготовил. Ничего себе. Называется Monkeys. Обезьянки. Класс. Суть знаете какова? Строится вот такое вот дерево, двухуровневое. Берутся обезьянки одинакового цвета в одну команду. Вот там их по 4 штучки будет на одного игрока. И трамплин. И по очереди запускаем обезьянок на дерево. И чьих обезьянок больше повиснет, тот получает больше бананов и, соответственно, выигрывает. Бананы в комплект входят тоже. Игрушечные. Сейчас я все покажу. А я думаю, настоящие. Дели сразу на 4 команды. Мои синие. Мои желтые. Мои красные по цвет маечки. Раз, два, три, четыре. Логично будет предположить, что мои тогда зеленые. Да. Раз, два, три, четыре. Ну, что, потренировались? Да. Я тогда предлагаю начать, кто самый младший. Да. Георгий Сергеевич. А я свой ход передаю сестре, она же девочка. Девочка, но подтягиваюсь я больше вас всех. Подтягивается, то она подтягивается. А как обезьяна дерево закинуть? Сейчас мы проверим. Раз, два, три.
Ба. Перелет. Соня, твоя обезьяна заслужила один банан. Держи. Ну что, теперь моя очередь? 3, 2, 1, пошел. Сергей Бубка, давай! Это как-то не по-честному, они должны были минимум 2 уже там висеть. Ну хоть один есть. Ну-ка быстро банан мне. Давай, Гоша, мне банан, мои обезьянки кушать хотят. Ну что, смотрите, какой я профессионал. Профессионал? Настоящая обезьяна, что ли? А еще, мне кажется, давай-ка пригнемся, то в лоб сейчас получим тут. Классно повисло. Так, не туда направили. Так направляй же туда, куда надо. Подай мне, пожалуйста, свои очки. Что, типа умник? Спасибо. Нормально. А мне полагается 2 банана. 1, 2. Ну, насколько я понимаю, Гоша нас обыграл. И, походу, я понял его секрет. Чур, второй тур я играю в своих очках. На здоровье. Папа называется. Теперь победу мне точно обеспечен. Ну что, начинаем второй тур за второе место. Давай, доченька, начинай запускать своих макаков. А можно очки? Нет. Так. Гони банан. Танец победителя. Банан! Так, обезьянки, не подведите меня, а то банан не получится. Банан мне. Ну что, так как второй тур не выявил того, кто занял второе место, все по одной обезьянке закинули, проводим третий тур. Где, может быть, у нас получится выявить сразу же и второе, и третье место, и самого лузера среди нас. Погнали! Да! Гони мне банан. Победитель. Я могу стать лузером! Главное мне и не стать. Второе место, это я. Ну что, Ярослав Сергеевич, мы походу с тобой за третье место. Окей. Я начну. Я заняла второе место. Похлопайте мне. А
я не последняя, я занял третье место. Похлопайте. Ну а желтая шапочка лузера достается нашему папе. Похлопаем папе.